Так. Все. Хелги получили по заслугам. Бля. Этот прикол. Кстати, снопа бы мне, конечно, не помешало. Кстати, хорошая штука. И весит мало. Контакт, контакт. Так, вот он, малыш. Клёво. И это откуда? А, вот они. Ну чё, надо спуститься туда. Хорошо, хорошо работаем. О! Давай, давай, Рика, молодец. Вам нужно найти запасную антенную решетку. Ладно, перекур окончен. Пошли. Так. Не-не-не. Это просто перезарядить. Ёпрст. Чё это за жуки? Стрёмные. Эвелин, тут какие-то канистры светятся. Наверное, это Петрусит. Осторожно, он очень неустойчив. Неужели? Бляха, мы жуки стрёмные. А, вот еще один. Ответный огонь! Какой? А, я только что здесь был. Так. Ага. Так. Не. Снова мы здесь.
Двигаться! Ёпрст. А мне, может, снайперскую кто-нибудь даст? Ща его жахнем. Да ладно! Да блин, чё, откуда они вообще меня мочат, я так не понял. Враг идет! Снайпер! Не дай ему прицелиться! Может быть, он меня как раз сзади и саданул. Это хотя нет, а как это возможно? Так, сейчас. Бля. Бляха, ну как же так? Жить буду. Давай за дело. Прикрой! Так, надо... Надо найти его, откуда он. Вон он. Давай, двигай. Да, там жуть. Ух ты! Дерьмо собачье. Это точно. Да блин, не могу прицелиться, офигеть. На пролом, конечно, тоже не хочется идти. Ладно, сейчас попробуем вот этого снять. Не, не получится. Да, вот так вот сейчас. Как по старинке. Так, один есть. Для меня хелка поставь. Укрытие, Сев! Меня обстреливаю! Вижу, 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 вижу. Блин, очень чувствительная. Ладно, нафиг снапу. Вот этот пулеметик берем. Так, тут нас сюрпризы никакие не ждут.
Супер. Рика, где вы? Мы у антенны. Скоро включим. Вот так. Как скоро? А то уже руки чешутся. Ну так почеши. Включите, я пошлю сигнал. Стрёмные жуки вообще. Сил не хватает. Интересно, а что было бы, если он... Этот пульт не работает. Ну и ладно. Я тебя прикрою. Так, а мне вот туда надо. Так. Это мы уже знаем, как делать. Отлично. Дело сделано. Антенны подключены. Устанавливаю связь со сверхновой. Угу. Ясно. Идем к вам. Странно. Тут полно следов Петрусита. Эвелин, ответьте! Так, дальше что? Встретиться с группой Альфа. Так. Ну. А где эта группа Альфа нас будет? Так, что за оружие? Нет. Да, сейчас тут будет засада.